Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня вы узнаете точную дату выхода и полное описание 13 серии второго сезона сериала «Реализация». 13 серия сериала будет выходить в эфире телеканала НТВ 11 февраля. 13 серия. Саша Громов, бывший боец спецотряда «Гром», женат на Тане Нестеровой, которую он спас от бандитов. Громов занимается воспитанием сына, но хочет снова вернуться на службу. Нестерова не возражает. Чтобы взять с поличным вертолета, красавец внедряет в его банду бездаря с легендой, что тот киллер и готов выполнить любой заказ. Проверяя бездаря, вертолет заставляет его убить человека и снимает это на камеру. Красавец ищет способы помочь своему оперу. 14 серия. Громов возвращается в отряд, но перед началом службы ему предстоит проверка. Красавец решает найти труп человека, которого убил бездарь, и перепрятать. Для этого он находит сидящего в СИЗО помощника вертолета Брагу и предлагает сделку. Но Брага отказывается сотрудничать с полицейскими. У Громова в отряде возникает конфликт с Катковым, которому не нравится, что будущий боец пользуется авторитетом. В это время УСБ начинает проверку Громова и выясняет, что его жена Татьяна живет по фальшивым документам. Громов замечает за собой странную машину и просит друга пробить ее номера. Напомним, 13 серию сериала «Реализация. Второй сезон» вы сможете увидеть уже 11 февраля на телеканале НТВ. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.